Как бы мне эту поймать-то, а? Три раза уже бралась. Или четыре уже, а толку хуй, ребятушки. Обкалывается и все. Может пониже сплавать? Спуститься чуть-чуть пониже. Где она у меня сегодня первый раз брала?
Ну чё, Славик? Щук поймал? Каких? Сколько штук? А Славик чё? Ясно. А? И чё? А? Время не смотрел. Чё, во сколько попрём? Ясно. Блять, течение в обратную сторону, сука. А окуней дохуя поймал? Нормально, хули. А? Но. А? Да их вчера не было со мной. Пашка один был. Пашка, заебись, окуней надергал. Я не знаю, он вообще горбачей ловил. А? А мы с ночевой были? Нет, мы, наверное, часов 7 приехали и часов, наверное, до 12 или до 11 порыбачили. А? Вон там. Метров, наверное, 100 отсюда, внизу. Возле корчей. А? Сейчас я еще вот здесь проплыву туда по течению. Кого? Сеть? А? Ну сейчас отцепим. Сейчас я погоди здесь. Меня вниз пронесет чуть-чуть. Ой, вверх. Или тут уже вниз несет. Нахуй вниз пошло. Ладно, сейчас я здесь прокину. Далеко ты тут? Далеко попался? Он прыгал на батуте и потерялся. Да ты, ты говоришь, что ты там лазишь? Знаешь, как это, гадя. Ты где? Да я говорю, Славик на батуте прыгал и потерялся. А ты чё? Ты сколько надергал? Щучку? Большая? Ну-ка, покажи.
Да я ниже метров, наверное, может 100. Да знаешь, как сейчас хуярят? А сука, подойти никак. А? Ага. Ну? Сейчас я, погоди. Ой, моментос. Я здесь тот раз поймал был на 2600 щучину. Ну там, с той стороны. Под какой? Вот это? А-а-а. Блять, я думаю, что меня назад несет, у меня мотор опущен. Че, Славик, где? А, все понял. Ну-ка, подергай еще. Ага. Бля. На вертушечку, да? Ну, вот на вот эту, блядь, окуней. Вот так, сюда гайка, блядь, схватила, но... А-а-а. Так, стоп. А чё-то надо было леску от этого перецепить, да дальше кидать. Кого перецепить? Ну, блесёнку. Тащи, Славик. Что, тебя переправлять? Не подойдешь? Да-да, Славик, нарви там травы. К берегу подкинь. Где ты подойдешь? Да я вон прям признак забыл. Ага, ну давай. А. Только сильно не прыгай. Так, спустись. Так, у меня тут сачок. Так, тихо, тут сучок острый. Стой, стой, стой. Тихо, 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 тихо. Так, зачем мне подержаться тут? Аккуратненько залазь. Ну, один горбать еще, да? Ну, как у меня сначала, блядь, один, второй, третий, блядь. Ну, ну. Потом, сука, все. Насколько, как думаешь? Да я хуй знает, хороший, блядь. Хороший. Блять, палец порезал, сука, об нее. Об жабру. Потом заволок. Да. Да потом, когда ее держать начал, яло ломать. Она как прыгнула раза три, наверное, блядь, в лодке. Я думал, пошла ты нахуй, побежал за ножиком, блядь, зарезал ее. А вот. Да чурогайку небольшую, блядь. Хуя небольшую, блядь. Но. Так, стоп. Нет, я сейчас еще вот здесь покидаю чуть-чуть.
Чё? Нет? А стоят еще? Это, во! Славик! Вон там он, возле тех кустов, которые начинаются большие. Где? Вон там? Да. Ну мы вчера там с Пашкой плавали, нихуя. Ну, а тут я тот раз с Пашкой вон там возле того бревна поймал, тоже крокодил был. 2600 вес. Чё, как насчёт завтра? Кстати, вот я с утра их и ловил. Щук. 4 штуки я поймал. Короче, у меня было 3 по где-то кило 700, кило 600 были 2. 1 кило 600 такие. Закидывай, порыбачим сейчас еще, налимчик может возьмется.